что? Вот мы во Франции. Шучу. В канадской Франции. На самом деле это город Монреаль. Он находится в провинции Квебек. Да, уже не Онтарио. Да, и это Канада. Здесь все на французском. Все надписи, большинство людей говорит на французском языке. Первое, что мне бросилось в глаза, как водитель, это все машины, практически все без исключения, ездят без номеров спереди. То есть номера есть только сзади, а спереди почему-то нет. С чем это связано, я не знаю. Ну, чуть позже, когда выясню, вам расскажу тоже об этом. Вот, а так, город все-таки отличается, да, от Торонто. Чувствуется что-то европейское. Ну, хоть и ехать сколько? 500 километров, по-моему, ехать. Ну, да. Около 6 часов, но есть все-таки разница. Чувствуется, что... Мы пока еще не дошли до старого города, в общем-то, самого красивого места, как пишут в путеводителях. Вот там, наверное, можно будет почувствовать атмосферу Европы. Вот это сейчас и увидим. А пока что мы в даунтаун, соответственно, не поспрем. Как и в Торонто. Блин, машины без номеров не дают мне покоя. У нас все мечтают так ездить без номеров. Это, по всей видимости, китайский квартал. Он с вывеском вывезли. Кажется, автодизайнеры ликуют, когда их машины не уродуются некрасивыми номерными знаками. И смотрятся неприлично. Полицейские в модных розовых штанишках. Впереди какая-то... То ли парад, то ли запасток. На ней парад не похож, потому что они все есть голубой. Эти розовые штанишки. У него защитная такая. Как не розового цвета? Какой-то чувак в больничной одежде сидит, блин. Ему другой чувак пристает. А тут парад. Ну что, раньше, что даже собачка участвует, и нам такой маленький голубой накидки может заснуть. Ладно, мы пойдем дальше. Дело, что здесь как-то больше всего. Мы наткнулись на какую-то их ночлежку. Да, я тут постараюсь показать, если будет видно. У нас не побили, не отняли ничего. В общем... Там вроде бы издалека так красиво смотрелось, какой-то как навес такой весь хороший включен, да, под ним какие-то бомжи ночью. Вот там видно. Сюрприз небольшой. Прямо домик оказался жилой. Да, шикарного замка. Дворца, да. Не знаю, сейчас что. Я попробую заснять замок.
Ну, видит ли он? Нет, не видел. Нам, как всегда, везет, и памятник, который считается каким-то одним из интереснейших в Монреале, который загорается, там дым какой-то из него идет раз в полчаса. Вот вместо него просто постамент. Кажется, что-то случилось. Это то, что старинные здания, например, как Нотр-Дам, сочетаются рядом с небоскребом. Или наоборот, я не знаю. Все органично вписывается, ничего друг друга не хватит. Пожалели $10, поэтому лучше сходим поедим. А вокруг красота. Понимали, что такое Монреаль? Вот вам обычная монреальская. Очень напоминает какой-то европейский город. Центр в Дубае? Может, в Дубае, может, в Вашингтоне был тоже гигантский шоппинг-центр. Эта собачка покакала прямо на тротуаре, никто не убрал. Что? Кафе Starbucks, отлично. Конечно, прекрасно, но я бы хотела что-то другое.
Да, вокзал где-то здесь, да?